В Севастополе сообщают о сильном пожаре в Казачьей бухте. В оккупированном Севастополе сообщают о большом пожаре в районе Казачьей бухты. Горят якобы складские помещения, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на «Крым». Реалии, российские оккупационные СМИ пишут, что якобы «загорелись пустые складские помещения». Однако эта информация пока не подтверждена. Управление российского МЧС в Севастополе ситуацию не комментирует. Ситуация в Крыму. Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, техники и складам с боеприпасами. Вчера, 23 августа, украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс с 400 возле села Оленевка в Крыму. При этом сегодня, 24 августа, наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.